Всем привет, с вами канал Observer, меня зовут Артем, и в этом ролике мы поговорим о театральных биноклях от немецкого бренда Bresser, а именно о моделях Bresser Scala. В данной линейке два типа приборов, это Scala 3x25 и 3x27. Первое число говорит нам об увеличении, а второе о диаметре объектива в миллиметрах. Так вот, первый тип приборов мы не стали включать в обзор, так как он практически ничем не отличается от ближайших конкурентов Weber Opera и Leeuwenhoek Broadway. Кстати, на последние на нашем канале также есть обзор, кликайте по ссылке в описании и сможете узнать об этих биноклях поподробнее. Модели 3x27 представлены в двух цветовых решениях. Это черное золото и черный хром, которые, кстати, как раз и фигурируют в сегодняшнем обзоре. Давайте же переместимся к этому биноклю поближе, посмотрим на его отличительные черты, ну а попозже обязательно потестируем. Итак, как мы говорили ранее, модели обладают следующими характеристиками. Увеличение 3 крата, что казалось бы немного, но вполне достаточно для театральных целей. Все приборы из этой категории и имеют достаточно скромные характеристики от 3 до 6 крат соответственно. Этого вполне хватает для наблюдения за крупными объектами на небольших дистанциях до 100-200 метров. Диаметр объектива 27 мм. Кстати, в качестве материала оптики здесь используется стекло марки BK7 с просветляющим покрытием, о чем может говорить голубые блики на линзах. Линзы всего на 2 мм больше, чем у младшей модели с объективами диаметром 25 мм. Вроде бы никакого выигрыша нет. Однако, если мы измерим площадь, то окажется, что модель 3x25 имеет объективы с площадью 4,9 квадратных сантиметров, в то время как модель Scala 3x27 имеет показатель на 16% выше, 5,7 квадратных сантиметра. Это говорит о том, что данные приборы собирают все же больше света, чем предыдущая младшая модель. А значит, ими можно пользоваться и в более темных условиях, что, безусловно, является плюсом. Бинокль оснащен удобными пластиковыми наглазниками окуляров, но, к сожалению, не имеет диоптрийной подстройки, поэтому если у вас есть какие-то проблемы со зрением, то будьте внимательны, возможно, данная модель вам не подойдет. Минимальная дистанция фокусировки составляет 3 метра. Линейное поле зрения равняется 87 метрам на 1000, что достаточно широко для таких характеристик. Главной же особенностью прибора Bresser Scala 3x27 является его надежный массивный металлический корпус, не в пример лучше, чем у ближайших конкурентов. Дело в том, что во всех театральных биноклях используется галилеевская схема без каких-либо призм. Схема достаточно простая, отсюда и простейшая конструкция, из-за которой может наблюдаться некий люфт окулярного моста. То есть окулярная часть может немножко ходить по отношению к объективу. Естественно, это мешает комфортным наблюдениям. Здесь же конструкторы учли этот нюанс, никаких люфтов не наблюдается, все сделано максимально качественно, поэтому данный прибор отличает повышенная надежность. Кстати, в комплекте с данными биноклями вы найдете традиционную салфетку для чистки оптики из микрофибры, без нее никуда, линзы всегда должны оставаться чистыми, а также мешочек для переноски из кожзама. Очень удобный, отлично подходит для хранения и ношения этого прибора. Ну а теперь давайте потестируем модель Bresser Scala 3x27. Объект, на который мы смотрим, находится на расстоянии приблизительно 180 метров от нас. Благодаря трехкратному увеличению бинокля мы видим его так, как если бы находились всего в 60 метрах от здания и наблюдали невооруженным глазом. Как мы можем видеть, картинка по краям поля зрения имеет некоторые хроматические аберрации и немножко теряет резкость. Однако в центре изображения картинка достаточно четкая, яркая, хорошо видны отдельные детали, даже несмотря на то, что съемка камеры через окуляр прибора априори ухудшает получаемую картинку, то есть глазом вы бы увидели более четкое изображение. Итак, модели Bresser Scala 3x27 являются действительно достойными театральными биноклями. Они имеют уникальный внешний вид, стильный дизайн, отлично справляются со своими прямыми обязанностями и, кроме того, обладают действительно достойной, мощной, надежной конструкцией по сравнению с ближайшими подобными моделями. Так что не сомневайтесь, что Scala 3x27 прослужит вам долгие годы. Кстати, как и все бинокли бренда, Bresser Scala имеет 5-летнюю гарантию, что еще раз говорит о его исключительной надежности. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их прямо в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, а также нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов.
Кстати, если у вас есть какие-то пожелания по тематикам будущих роликов, опять же, оставляйте их в комментариях, мы обязательно постараемся учесть. Ну, а я с вами прощаюсь, всем пока!